меня сдержала, стиральная машинка сломалась. Мне вот, может, кто-то отдаст или еще что-то. Мне вот. Все, я не, без стиральной машины я воткнулся. Все. Просто-напросто мне. Все, безвыходное положение. Добрый день. Расскажите, какая ситуация у вас случилась вообще? С чем столкнулись? Ну, умерла жена, умерла мать. Вот сижу, с детем воспитываю. Да? Как давно? Жена уже год как умерла, в феврале год будет. Мать вот полгода, 27 числа будет. Все. Вот так. Сколько лет ребенка? Вот и 10. И помощи никакой нет? И помощи никакой нет. Сидим на пенсию. Работать не позволяет то, что его не с кем оставить. Так что вот такие дела. Сколько сейчас пенсии? Я так понимаю, пенсия по 9130. Получается, 9130 рублей. В садике пытались пробиться? Да, пытался пробиться сентябрь 22 года по очереди. Все. Если нет, его не берут. Вот так вот. А ближайший садик по вашему району это какой? Это на Целковского, Буратино садик. Вот. Туда мы как бы записаны. Ну, сказали, как, что, мы позвоним вам, если вдруг что-то, как-то. Что? Ну, вот расскажите, 9 тысяч, да, ну, надо с этих 9 тысяч еще на коммунальные. Коммунальные, да, заплатить. Да, памперсы, все, потому что на ручку. Сколько остается? Мало. Мало. Даже рассказать не могу. Как выживаете? Ну, так и выживаем, как. Было свое хозяйство, курей все поперерезал уже, все. Так что. Сейчас зима, и даже фактически не осталось там ничего такого, чтобы в зиму, да, немножечко было бы подспорьем, продукты там какие-то, заготовки. Ну, помнишь, как картошки у меня еще есть, есть, томат есть, ну, купурка осталась, то, что от матери осталось, там кое-какая купурочка еще, и все, все, вот так. Пытались кому-то обращаться, я не знаю, может быть, там к администрации за помощью? Ну, вот в МФЦ пошел, детские мне перестали платить, пошел, они сейчас оформили там 450 рублей детские и еще там что-то, все. Получается, Владки столько сидит. Да, настоящий мужчина. Ага. Что хотите, не знаю, получить от граждан? С каким обращением вы обратились? Что же меня сдержала, стиральная машинка сломалась. Мне вот, может, кто-то отдаст или еще что-то. Мне вот. Все, я не, без стиральной машины я воткнулся. Все. Просто-напросто мне. Все, безвыходное положение. Вот так вот. Может, у кого-то есть там старая какая-нибудь.